Тем временем бывший начальник новосибирского метро Андрей Ксензов намерен через суд добиваться восстановления в должности. В исковом заявлении, поданном в суд Центрального района, он требует признать незаконным распоряжение об увольнении, компенсировать моральный вред и вернуть заработок за время вынужденного прогула. Ксензова уволили 21 марта. В качестве причин кадрового решения мэр Анатолий Локоть назвал непрозрачность финансовой деятельности новосибирской подземки и необоснованные надбавки к зарплате руководителя. Они доходили до 100 тысяч рублей в месяц. Андрей Ксензов был назначен на должность начальника метрополитена в мае 2015 года. До этого он работал заместителем градоначальника.